Оксана представиться також окремо. От, ми працювали, ну, тобто для мене персонально цей проект був цікавий завдяки технологіям і інструментарію, які можливі. Використовуючи, експериментуючи з програмою, ми отримали багато можливостей, але в кінцевому результаті ми вирішили піти від зворотнього. Ми вирішили подумати про те, що ідея твору мистецтва полягає не в самому зображенні, а в те, які сенси він викликає, як він взаємодіє з глядачем, з аудиторією, з автором і так далі. І як це все вписати в блокчейн, розповість Андрій Ханов. Добрий день. Добрий день. Наш проект називається «Потерянный нулевой блок». Блокчейн – это относительно новый взгляд на мышление человека, не иерархический. И существует проблема. Любой блок достоверен, когда его подтверждает предыдущий. И где-то в самом начале есть блок, которого просто нет. И мы не можем его нарисовать, потому что когда есть возможность показать любой слайд. Вот. Любая работа художника, приехавшего на это мероприятие, предыдущее, она является предшествующим блоком по отношению к тому, что все сделали сейчас. И вот моя работа предыдущая, то есть минус первый блок, она была такой. И я ломал голову долго. А какой смысл вот на этом мероприятии показывать старые работы? Ну, во-первых, хотелось спрятаться от всей этой сверкающей вселенной, огромных монстров и так далее. Вот, в комнате смысла. И потом произошло чудо. Компьютер стер эти картины. Верните назад, пожалуйста. Еще назад. Вот. И у нас осталась виртуальная, огромная, пустая виртуальная вселенная. И в центре маленькая комната, которая есть сознание человека, на которой вместо наших представлений о этой вселенной находятся знаки вопроса. Именно эти знаки вопроса, которые вложены в нас, заставляют нас воображать все остальное. Ну, собственно, вот этот образ и изобразили. Большое спасибо Екатерине за неоценимую помощь. Так, теперь у нас возникло продолжение. Ну, концептуализм – это не украинский феномен, вот, поэтому мы должны обязательно были дать возможность попутешествовать по вот этой вот воображаемой виртуальной вселенной, так как нулевой блок у нас уже был. И вот, пожалуйста, вам первый блок и так далее. И очень надеюсь, что эта работа, имеется в виду вот две ее части, она будет основой для какой-то последующей цепочки. Как она будет выглядеть, я пока не могу понять, но я надеюсь, что она появится. Ну, собственно, и все. Спасибо. Спасибо большое.